Дворец с детства собрал 300 юных техников из разных уголков республики. В конкурсе научно-технического творчества соревнуются ученики с 5 по 11 класс. На выставке представлены проекты, которые дети придумали и самостоятельно сконструировали. Продолжит тему Юлия Великодная. Велосипед с мотором, макет космического аппарата – эти и многие другие проекты представлены на выставке научно-технического творчества во Дворце детства. Работы выполнены из подручных средств, но все чаще из лего. Две минуты. Это минимальное. Максимальное 3-4 минуты. А сами-то умеете собирать? Нет. Нет. Мы все запрограммировали, а конструкцию сделал он. Программу сделал я. Главный критерий конкурса – креатив и рациональность использования техники. Многие ребята придумывают проекты, которые будут помогать односельчанам в хозяйстве. Преимущество нашего станка Мохсол. Он экономичный от простых инструментов. По отдельности он имеет 8 функций, а по отдельности, если покупать, то он очень дорого обойдется. А в сельской местности не в каждой семье купить такие инструменты. Финансовые возможности не позволяют. После выставки ребят ждет защита проектов. Сегодня уже есть те, кто запатентовал свое изобретение. С каждым годом увеличивается и возраст у них омолаживается, как бы говорится, потому что начальное техническое моделирование в основном начальные классы идут, поэтому у них большинство идет. Старшие классы в основном это 7-е, 8-е, 6-е, да? Потому что 9-е, 11-е, у них экзамены, вот, поэтому у них их мало. Также сегодня во Дворце детства прошел 11-й республиканский фестиваль детских театров и студии моды «Сияние Севера». Авторские коллекции детей и руководителей продемонстрировали на дефиле. В классе у себя организовали группу и потом пошли вот в наш театр и вместе с ними работаем. Мы в этом году сделали такую коллекцию, чтобы потом ее одевать. А то у нас раньше мы участвовали в номинациях «Авангардная мода», а сейчас вот решили, чтобы потом дети одевали эту нашу коллекцию. Победители фестиваля детских театров и студии моды получат путевки во Всероссийский детский центр «Океан». А работы лауреатов научно-технического творчества будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе. Юлия Великодная, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.